16 февраля текущего года жители нашего города стали свидетелями страшной трагедии. В колодце по улице Болградской нашли разложившийся труп. Напомним, что по заключению судмедэксперта он пролежал в воде примерно месяц, отчего из колодца пошел трупный запах. За прошедшее время горсовет 5 раз откачивал всю воду, очищая источник. Тем не менее, жители улицы Болградской продолжали ходить к мэру с просьбами очистить колодец. В прошлое воскресенье, чтобы доказать людям, что вода уже чистая, Игорь Плехов лично выпил из него воды. Мы попросили мэра повторить этот трюк еще раз, так сказать, на камеру. А у меня получится? Конечно. Виталя, а лучше Саши возьми. Да? Втягивай, одной рукой тебе выше, чем она поднимает, отпускай. Второй отпускай. А теперь не мене, а в камеру снимай, еще не хватало в камеру. Знаете, там на минимальный да, есть. Да. Ну что? Фу. На, все. Идеально? Да, нормально, еще раз почистим, если будут жалобы какие-то. Ага. Можем брать и черпать и пить. Ну, 5-й раз уже чистим. Вот. Не, я бачу, я ж тут рядом, я знаю, что приходит. Уже 5-й раз? Да, да. Для точности эксперимента пришлось отпить водицы и нашей съемочной группе. Ну что, поменьше? Что, боитесь пить? Пока нет, никогда стой. Хорошо, спасибо. Добро. Да. Что сказать по этому поводу? Если следующий репортаж выйдет в эфир и он будет не из больницы, то колодец по Болградской можно будет считать безопасным. А лучше, конечно, провести лабораторный анализ воды.